В этом году ульяновских женщин с 8 марта будет поздравлять счастливый генерал. Именно так называется один из сортов тюльпанов, который выращивают в городской теплице. Здесь же формируют готовые букеты, чтобы потом отправить их в фирменные магазины. Как правило, в одной цветочной композиции 5 тюльпанов одинакового сорта. На этот раз городской центр по благоустройству и озеленению побалует милых дам сразу 25 видами тюльпанов. Среди них 19 неизведанных ранее для центра сортов весенних цветов. Всего же в теплице к 8 марта вырастет и упакует 600 тысяч тюльпанов. Сейчас срезано больше половины из них. В этом году мы пробуем попугайные сорта, то есть это бахромчатые. Если они пойдут, то на следующий год обязательно будем использовать их для наших женщин дарить им. Также у нас новые сорта «Алма Павлович», «Арма», новые сорта «Примависта». Луковицы закупают в Голландии. Затем весенние цветы растят в ульяновской теплице по двум технологиям. Высаживают и ухаживают за ними при температуре 5 и 9 градусов. Так, 5-градусные тюльпаны сажают здесь в конце декабря. 9-градусные начинают выращивать на 2 месяца раньше. Уже на следующей неделе тюльпаны станут украшением в доме каждой представительницы прекрасного пола. А в конце весны в этих цветах утонет весь город. Данная работа была начата еще в осенний период 2017 года. То есть на территории, на клумбах города было высажено 100 тысяч тюльпанов, которые, я надеюсь, по погодным условиям все-таки зайдут к празднованию 9 мая, будут радовать гостей города, наших ветеранов. Кроме тюльпанов, горзеленхоз может похвастаться широким ассортиментом роз, лилий и цветов в маленьких горшках. Наталья Улова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.